Всем привет! Вы на канале Топ Армия. В США вспомнили о воздушном гиганте, который был создан для выполнения секретной миссии в годы Холодной войны. На популярном YouTube-канале Мастарт опубликован мини-документальный фильм, рассказывающий об уникальном русском вертолете и его удивительной судьбе. Увлекательный 10-минутный рассказ о самом тяжелом и грузоподъемном вертолете, когда-либо построенном в мире, В-12, также называемом Ми-12, сопровождается фото и видеоматериалами из архива крупнейшего американского информационного агентства Associated Press. Короткий фильм о советском монстре, так авторы называют Ми-12 в анонсе, собрал почти 500 000 просмотров и свыше 1000 комментариев. Свой уникальный летательный аппарат Советский Союз впервые представил миру в 1971 году на парижском авиасалоне. Вертолет был настолько велик, что сбивал с толку зрителей, рассказывают в фильме. Он мог переносить почти 200 пассажиров и установил мировые рекорды по грузоподъемности, власть которую Ми-12 сохранил и по сей день. Однако после возвращения в Советский Союз самый большой в мире вертолет, казалось бы, исчез. Разгадка исчезновения советского гиганта состоит в его особой миссии, указывают авторы фильма. После ввода в эксплуатацию Ми-12 Советский Союз получил незаменимый инструмент, летательный аппарат, который мог попасть туда, куда не была способна добраться ни одна машина, и доставить технику и припасы в труднопроходимые, отдаленные места в регионы, которые когда-то считались практически недоступными. В такой огромной стране, как Советский Союз, огромный вертолет помог бы буквально построить нацию, отмечают авторы фильма. К 1960 году Советский Союз обладал одним из самых технических продвинутых авиастроительных заводов в мире. Однако в разгар Холодной войны возникла необходимость построить действительно огромный вертолет. Это стало вопросом национальной безопасности, подчеркивается в документальном ролике. В течение многих лет Советский Союз скрывал свои ядерные ракеты, строя стартовые площадки в самой глухой местности. Но единственным способом перемещения тяжелых ядерных ракет первого поколения был поезд. А это означало строительство железной дороги до каждой стартовой площадки, объясняют создатели фильма. Американцы вскоре поняли, что для обнаружения ракетных объектов им просто необходимо следовать за ними по железнодорожному указателю с помощью самолетов-шпионов. Для того, чтобы сохранить в тайне расположение ядерных ракет, советские ученые разработали дерзкий и смелый план. Вместо того, чтобы использовать поезда или дороги, они решили перебрасывать ракеты по воздуху в отдаленные места, объясняют авторы документального мини-фильма. Однако в 1960 году даже самый большой вертолет в мире не был достаточно мощным, чтобы поднять 25-тонную баллистическую ракету. Советским конструкторам предстояло спроектировать новую винтокрылую машину, чья грузоподъемность как минимум вдвое будет превышать показатель любого другого вертолета. За прототип был взят Ми-6, самый большой из существующих в то время в мире вертолетов. Увеличение фюзеляжа Ми-6 позволило бы ему безопасно нести ядерную ракету, говорят создатели видеоролика. Однако более крупный вертолет также потребовал бы разработки нового, более мощного двигателя. Чтобы сэкономить время, советские ученые пошли другим путем, решив использовать два комплекта двигателей, роторов и коробок передач из Ми-6, расположив их особым образом. Огромная машина в конечном итоге выглядела наполовину вертолетом, наполовину самолетом, констатируют авторы фильма. Для управления гигантской машиной требовался экипаж из 6 человек. Пилот, второй пилот и борт-инженер располагались в кабине нижнего уровня, а штурман, радист и инженер-электрик находились в кабине на втором уровне. Огромный грузовой отсек Ми-12 мог нести боевую технику и оборудование или быть трансформирован в пассажирский салон, указывают создатели ролика. Но главная роль Ми-12 заключалась в развертывании межконтинентальных баллистических ракет. Планировалось, что сначала МБР будут грузить на транспортные самолеты, которые доставят их до отдельных посадочных полос. Там ракеты предполагалось грузить на ожидающий их Ми-12, а затем вертолет должен был перебросить их по воздуху вместе с экипажем и оборудованием на площадку, расположенную в отдаленной непроходимой глуши. Учитывая, что леса занимали более чем 12 миллионов квадратных километров территории Советского Союза, американским самолетам-шпионам пришлось бы искать иголку в стоге сена, отмечают авторы фильма. Когда Ми-12 появился на парижском авиасалоне в 1971 году, он уже побил мировые рекорды, включая подъем 44 тонн полезной нагрузки на высоту более 1,5 километра.
Западные наблюдатели могли только строить догадки относительно истинного предназначения Ми-12. Многие ожидали, что сотни моделей таких вертолетов будут введены в строй. Однако этого не случилось, рассказывают создатели ролика. Разработка Ми-12 заняла большую часть десятилетия. Проектные исследования стартовали в 1959 году. Официальное разрешение было получено в 1962 году, а строительство первого прототипа началось только в 1965 году. Первый успешный полет Ми-12 совершил 3 года спустя. Учитывая небывалые размеры вертолета, инженерам приходилось решать многочисленные проблемы, связанные с контролем и стабильностью винтокрылой машины, отмечается в фильме. Однако самая большая проблема заключалась в том, что к 1971 году у Ми-12 больше не было цели. В 1959 году американцы запустили на орбиту первый спутник-шпион, который за день мог сфотографировать больше советской территории, чем все предыдущие самолеты-разведчики. Это существенно затрудняло задачу Советскому Союзу, который хотел спрятать свои ракеты. В итоге к 1970 годам советские ученые разрабатывали новое поколение МБР, достаточно маленьких, чтобы поместиться в грузовиках. Что касается Ми-12, то он был слишком большим и громоздким, чтобы быть полезным вне своей первоначальной миссии, отмечают создатели документального фильма. В 1974 году реализация проекта по производству Ми-12 была закончена после того, как было построено 2 прототипа, подводят итоги авторы фильма. Многие подписчики YouTube-канала отреагировали на историю советского монстра восторженными и эмоциональными комментариями. «Я стоял рядом с этой штукой в Центральном музее ВВС России в Монино, под Москвой», делится впечатлениями один из иностранцев. «Действительно, трудно понять, насколько чертовски велика эта штука. Что действительно бросалось мне в глаза, помимо очевидного, так это хвост, просто из-за ее огромных размеров. Это все равно, что стоять рядом со зданием. Я очень рекомендую этот музей всем, кто интересуется советской авиацией. Это настоящая сокровищница. Я знал это, только русские настолько сумасшедшие, чтобы строить такие вещи», отметил еще один участник дискуссии. Наконец-то сняли документальный фильм о Ми-12, восхищенно пишет подписчик. «Бог знает, сколько лет я его знал и любил». А на этом все, вы были на канале Топ Арми. Также не забудьте поделиться своим мнением в комментариях под видео. Я с вами прощаюсь, всем пока.